итоге Анатолий. Анатолий уже задаток много. Он говорит, давай деньги, говорит, отдам. Так он ему и не продал. А второй американец говорит, да не вопрос, сколько написать? Ну, другой самолет нашел. Сколько написать? Не вопрос. Написал. Поэтому занижение таможенной стоимости — это нормальная практика. Я не спорю, но вопрос, насколько ты плюс. Они тоже не. Я понимаю, что они не дураки, но дураки, они... ты везешь самолет, допустим, вертолет в ящике, да? Ну не в ящике, а в контейнере. То есть снял лопасти, да, по длине он, наверное, влезет в 40-футовый контейнер, потому что 20-футовый, да? А? По высоте не влезет, там надо будет что-то открутить. Сверху, наверное. Подозреваю. Вот. Запихал его туда,